Как вермикулит меняет структуру почвы? Вермикулит – это минерал, имеющий цвет от бурого до черноватого. В растениеводстве применяется во вспученном виде в качестве субстрата для аэрации и мульчирования. 100 граммов вермикулита поглощает до 530 миллилитров воды. Зачем люди используют это свойство? Затем, что данный минерал легко впитывает влагу и легко ее отдает. Вермикулит насыщает почву полезными минералами. Он содержит магний, калий, кальций, марганец, железо и кремний. Имеет уровень кислотности 6,8 до 7, что является слабокислым или даже нейтральным значением. Это важно, потому что вермикулит нередко используется для гидропоники. Вермикулит великолепно структурирует почву, и я его добавляю для приготовления грунта для рассады в соотношении 30%, 30% биогумус, земля из-под дуба и речной песок или агроперлит.